Добрый день, дорогие друзья. Я вот решил рассказать вам анекдот. Это анекдот про медлительных людей. Я сам работал когда-то в зоопарке. Я человек очень медлительный. Ну и директор зоопарка меня со временем уволил. Я объясню, как было дело. То есть меня заставили охранять загон черепах. Ну и потом пишу объяснительный. Почему, говорит, черепахи у тебя разбежались? Ну я ж медлительный, я этот, кто он, загон-то открыл. А черепахи как ломанулись. Я не успел, представляете, он меня выгнал. Смотрите на канале YouTube, подписывайтесь под мой Инстаграм.